Депутаты Европарламента призвали Еврокомиссию и Совет ЕС усилить поддержку Украины и обеспечить ей статус кандидата на членство в Евросоюзе. Об этом говорится в резолюции об изменении внешней и оборонной политики ЕС, принятой на пленарной сессии Европарламента. Предоставить Украине статус кандидата в качестве четкого политического знака солидарности с украинским народом, говорится в одном из пунктов документа. Кроме того, европейские страны призывают безотлагательно предоставить Украине необходимое ей вооружение, а также финансовую и гуманитарную помощь, быть готовыми внести максимальный вклад в восстановление страны после окончания боевых действий. Резолюция об изменении внешней и оборонной политики ЕС на фоне украинского конфликта одобрили 438 голосов против, выступили 65, европарламентариев еще 94 воздержались. При этом резолюции Европарламента не имеют обязательного характера для исполнительных инстанций Евросоюза.